Hey, всем привет! Меня зовут Элизабет, и сегодня мы с вами поговорим о ресурсах, которые вы можете использовать, изучая английский язык, чтобы увидеть свой результат в кратчайшие сроки. И взрослые, и дети любят смотреть мультфильмы. Поэтому сегодня мы с вами поделимся некоторыми нашими любимыми мультфильмами, которые вы с удовольствием посмотрите на английском. И первый фильм – The Jungle Book. Книга джунглей – это полнометражный мультфильм о мальчике Маугли и его друзьях, снятый Уолтом Дисней. For the bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and your strife. Следующий мультфильм, о котором мы сегодня с вами поговорим – The Man Called Flintstone. Сюжет, пародирующий фильмы про Бонда. Но здесь семья Фреда Флинстоуна отправляется в Европу с секретной миссией. И последний мультфильм, о котором мы сегодня хотим вам рассказать – Casper the Friendly Ghost. Это 20-минутные ролики всем знакомым добрым привидении Каспере. Отличаются легкими и понятными фразами. Но также сегодня мы хотим с вами поделиться нашими любимыми каналами на YouTube. Если вы любите смотреть телепередачи про путешествия, вам отлично подойдет канал Destination Tips, либо же Pack Hacker. А если вы интересуетесь спортом, рекомендую вам каналы Seeker и Red Bull. Ну а если вы любите готовить так же, как и я, то рекомендую вам каналы Sorted Food, Jamie Oliver и Tasty. Хорошая книга – это не только удовольствие, но еще отличный способ для развития своего словарного запаса. Ну, конечно же, я рекомендую вам прочитать «Гарри Поттера». Я думаю, вы все уже знакомы с этой историей. Изначально эта книга была создана для подростков, но я думаю, взрослым также будет интересно окунуться в мир магии. Вам не трудно будет прочитать эту книгу, так как вы хорошо уже знакомы с сюжетом. Следующая книга «Three Men in a Boat». Ну а если вы являетесь любителем детективов, то с удовольствием прочитаете книгу «The Adventures of Sherlock Holmes». Классика детективного жанра. Ими зачитываются уже более 100 лет, а также экранизируют во многих странах. Надеюсь, вам было сегодня интересно. Учите английский вместе с English University.